Сигнал получил статус детского футбольного центра. Спортивной школе его присвоил Российский футбольный союз. Это не только повышение престижа спортшколы, теперь тренерский состав сможет регулярно повышать квалификацию. Раньше это было затратно. А для юных футболистов подготовили современную программу преподавания. Ребята будут лучше ориентироваться в разных схемах игры. А все разборы тренировок будут более детальными. Юным футболистам интересно получать новые знания, получать новые какие-то упражнения. Они смотрят, что вот это может им пригодиться. Повышение квалификации наших тренеров повысит статус и значимость нашей школы. Детский футбольный центр сможет претендовать на включение в целевые программы, проекты и гранты. Сейчас воспитанники «Сигнала» готовятся к первенству России. Подростки тренируются каждый день по несколько часов. Я здесь занимаюсь давно, уже 11 лет с трех. Мне сейчас 14, занимаюсь я с трех лет. В принципе, все нравится. Ну, конечно, на соревнованиях мне больше нравится, потому что там ты можешь проявить себя в борьбе с другими соперниками, командами, показать себя. Кстати, изменения коснутся не только методики тренировок и программы мероприятий. В спортшколе обновят материально-техническую базу. Здесь построят большой закрытый манеж для игр. А еще на территории центра появится новое футбольное поле и современная система освещения.